Так, попытка еще, теперь навес пошел и... Так, и еще раз будет. Попытался, но сейчас можно ударить. Ой, какой гол, а! Какая красавица! Слушайте, а, ребятки, что мы с вами такое смотрим сегодня? Какой чемпионат Европы, ребят, вы о чем? Контратака для Робера. Камиль Мулин на фланге. Под правую ногу мяч убирает. На второй темп. Удар по воротам от Беляшвили. Прекраснейший гол Ильи Беляшвили. Прямиком в девятку. Центральный защитник волгоградского Ротора подключился. Пробил. И как пробил Илья Беляшвили. Прекраснейший гол. Камиль Мулин. Голевая передача. Вот, пожалуйста. Вот тот, от кого, пожалуй, не ждали. Да, в таком моменте Илья Беляшвили... 23-й номер попробовал подать в штрафную площадь, не прошло, ну и вот такая передача, проникающая, удар за предел штрафной площади, и гол-то какой, красота-то какая! Если я ничего не путаю, это как раз-таки Азамат Засеев, 13-й номер, капитан! В итоге момент загубил, Такидзе. И удар по воротам следует 1-0. Роскошный гол забивает Верес. Вроде бы тихо-тихо атаковали. Еле-еле пробирались к линии штрафной. Я должны были подать, но вместо подачи случился вот такой классный удар. И 1-0. Все поздравляют, похоже, Владимира Кабагидзе. Это он решился на неожиданный для всех удар. Более плотное обследование после матча будет проведено, я не сомневаюсь. Алани тем временем атакует, и это просто феноменальный гол! Шведкой подкручивая в дальний угол, ну какая ж красота, 2-0!